Мальчики и девочки. Меня зовут Антон. Айбанес LP 73-го года, сделанный в Японии. Два хамбакера, переключалку, которая имеет три позиции, две громкости и два тона, тюноматик. Потрясающее сходство. Прямо даже и не поймешь, вот когда смотришь сзади, что есть Айбанес, а что есть Гибсон. Правда, на одной написано Made in USA, а на другой написано Ibanez. Гитара сделана из красного дерева. Помимо того, что это очень дорого, это еще и круто звучит. Красное дерево. Болченый гриф. Хамбакеры есть, и они золотые. А, вот, кстати говоря, колки здесь гровер. Вы можете наблюдать их, если я разверну. Это то, что вам нужно. Назовем это так.